Если бы я была уверена, что они не говорят по-русски, я бы сказала: «Сбивай мелкого!» И правильно делаешь. Да, прямо-прямо и потом налево. Главное не сбить вон ту бабушку. Ой. Предлагаю, да? Хотя, если честно, я не помню этого памятника. И вон ту стену. Стену, господи. Да, буду себя успокаивать таким образом.